Жестокость, кровь, секс, нагота и мать-перемать. И снова здравствуй! Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все, и сегодня Фролов может все в игре под названием Shotgun King The Final Checkmate, что в переводе с ненашенского английского, но такой теплый ламповый русский, переводится как король дробовика, последний шах и мат. Если ты впервые на канале, тогда обязательно подпишись. Ну а если ты уже являешься частью нашего такого дорогого и родного комьюнити, тогда с тебя лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. У нас сегодня демка, поэтому вообще я очень хочу, чтобы у нас ближайшие пару недель прошли в открытии новых игр, и в частности это будут демки, а их у меня собралось на Стиме очень много. Если никогда не было у меня в Стиме, забегай в Стим. Давайте поиграем, что же это такое? Черный король был разнузданным и порочным правителем. По мере того, как шли года, все больше и больше его подданных переходили к белому королю, предлагавшему большие зарплаты и лучшие условия труда. Потом у черного короля забрали замок. Рыцари ушли со службы. Даже жена, королева, и та покинула его. Перед тем, как уйти, последний черный епископ дал черному королю напутствие. И хоть светлость ваша правителям скверным была, власть королевская все равно богом дадена. Короче, дадите, даду, дадена. И посему души подданных ваших милостей, ваших милостей, вашей покорны. Кто это писал? И посему души подданных ваших, милости ваши покорны, и гнева вашего страшатся. Внемлите же словом моим, гнев человека, простолюдина, али помазанника Божьего, есть погибель его. Примечание. На английском епископ называется фигура слона. Окей, будем знать. Но черный король был покинут всеми. Ни один из приближенных не остался с ним. Зато остался блистательный королевский дробовик. Крохи его достоинства и в то же время искри предрекаемого епископом гнева. Погибель, значит. А! К дьяволу! Что мне терять? Погруженный в мрачные думы, король зарядил дробовик и направился навстречу своему последнему шаху и мату. Вот это я понимаю. Так, давайте... Обратите внимание, это я вот такой маленький, и получается, что я хожу потихоньку, да? Ага, кто ходит? Нет, нет, нет. А как не стрелять? Как не стрелять? Подожди, где... Где правила? Где правила? Надо чуть погромче дальше сделать. Где правила? Ну, типа, я стрелять не хочу, а то патроны лишние тратить, правильно? Где пропуск хода? Или обязательно стрелять? О, я даже в кого-то попал. И смотри, одновременно, получается, ходят три фигуры. То есть это пошла пешка, это пошел конь и слон, да? Угу. Так, ну в любом случае мы просто идем, ну, вперед. Ничего себе. Обрати внимание, что подошли еще несколько фигур. При этом мы, по-моему, даже можем съесть вот этого. А что происходит? А почему я его не могу съесть? А кто мне не дает такого разрешения? То есть я могу походить только прямо? Так, смотри, чего я узнал из этой партии? Что оказывается, у этих фигур есть какое-то еще здоровье. То есть это не то, что ты раз попал и все. Да, попробуем снова. Сейчас я вас расхерачу. А где написано про здоровье? А-а-а, типа 5 единиц, 1 единица, 1 единица, 4 единицы. Или это время? Это он показывает, кто будет ходить. Ты-ды-дын.
Вот, и смотри, получается, что у слона не просто много здоровья, у него 4 здоровья. Все, я тебя услышал. А-а-а, во как оно... Угу. И здесь мы, получается, обязательно должны двигаться куда-то. Ну, давай сюда. Ага. Нам перекрыли ход. Сюда нельзя, потому что конь. Сюда нельзя, потому что конь. Хотя у коня там жизни осталось совсем чуть-чуть. Ага, ага. Ой, у короля тут же... У короля здоровье! Нам сейчас поставят мат. Я пытаюсь отойти немножечко назад. Угу. Ну тут было без вариантов. Хорошо, я тебя услышал. Сейчас, это была первая партия, чтобы мы поняли, как в это играть. Да, да, да. Слушай, это, если честно, забавно. Пара-папам, пара-папам. Вот он, и снова я здесь. Давай делаем шаг сюда. Ходит одна фигура, следующим будет ходить слон и не слон. Ага, давай сюда. Я тебе говорю. Угу, отходим, отходим. Вот его бы достать, конечно же. Или просто долбить сюда. Вот сейчас будет он ходить. На четверочку, ага. Одно хп. Иди сюда. Нет, отходим, отходим. На четверку. Это был... Подожди, тут какие-то карты еще дают. Есть карта, называется «Освещенный порох», плюс один урон от выстрела. Разведка, минус один конь, плюс три пешки. Пешка плюс одна скорость. Хер его знает, что такое. Наверное, нам в дальнейшем дадут еще коней и пешек. Августейшая особа. Фигуры, которые, кроме вражеского короля, не могут встать рядом с вашим королем. Угу. Я бы дал за первое. Я бы дал за первое. А, это один плюс, один минус. Ё-моё. Минус один конь, плюс три пешки. Ну, наверное, даже это неплохо. Надо помнить, что нам не просто нужно ходы ходить, но нам еще нужно вот эти отстреливать, потому что если они дойдут до... Если они дойдут вниз до самого конца, тогда уже они станут любой фигурой. А это не так сложно. Слушай, а что вот это? Защита от дурака. Защищает от самоубийственных порывов. Запас восполняется каждый ход. Ладно. Королевские туфли. Стрельба на бегу. Обозначьте правым кликом цель. Сдвиньтесь для выстрела. Пешка плюс одна скорость. Слон плюс одна скорость. Не знаю, что это такое, но, наверное, это не очень хорошо. Гравированный прицел. Правый клик. Разброс минус 45 градусов. И... Дистанция атаки плюс один. Сброс при движении или перезарядке. Разбой. Минус одна ладья плюс пять пешек. И у пешки будет плюс одно хп. Блин, даже не знаю, если честно. Потому что звучит это такое себе. Пешка плюс один. Ну то есть мы можем получить пространство. Да давай вот так, да, да, да. Потому что у ладьи, по-моему, было много. Давай возьмем вот это. То есть сейчас будет целая армия пешек. Ебануться. Так, и как мы это делаем? Нахер не надо.
А чё это здоровье-то столько по 4? Вы где такое видели? Подождите. Вы где такое видели? Сейчас будут очень многие ходить. Ой-ой. Угу. Наверное, про этих можно вообще забыть. Теперь долбим только короля. Не-а, не, Лех, нельзя так. Потому что мы тогда не сможем отойти. Вот, видишь, говорю, превращение происходит. Давай еще раз. Делаем сюда ход. И стрельба. О-о-о. Алексей Валерьевич, у нас проблема, по-моему. Намечается легкая. Сколько у королевы? У королевы 5 хп. У королевы 5 хп. Найс! Мы убили королеву с одной тычки. Все, 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 все. Все под контролем вообще. Троечка. Четверочка. Я сначала подумал, что это жопа, но на самом деле с таким большим количеством пешек это действительно плохо. Священная корона. Можно сыграть дополнительный ход после использования души. Какой души? Праздничный бал. От нее не сбежать. Плюс один ферзь. Я не знаю, что такое душа. Вообще не в курсе. А, драгоценность. Плюс один к восстановлению патронов. Плюс один к дистанции выстрела. И плюс один ферзь в любом случае. По крайней мере, здесь я понимаю, что я получу. Потому что что такое душа? Вообще в душе не... Душа фигуры слон. Используйте, чтобы двигаться как слон. Нет, ну драгоценность, по-моему, интереснее. И у нас сейчас будет ферзь еще. То есть к тем, к той орде пешек, которая у нас есть, прибавится еще и ферзь. Еще и... Угу. О, какая была лайка, а? Ой-ой. Ага, это плохо, это плохо. А, спасибо, спасибо. Я бы так помер бы сейчас. Это, наверное, все? Нет, это еще не все. Это еще не все. Тут 4, тут 2. Угу. Два их вынес. Королеву не выношу все-таки. Не выношу. Хорош! И это превращается. И сразу две королевы. Блин, две королевы меня могут это. Может быть, два патрона. У нас всего два патрона. Да, Лех. Четыре. Хорош. Патроны, 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 два патрона, yes. Слушай, ну если честно, это было достаточно потно. Это было прям достаточно потно. Дополнительный ствол. Один к стволам дробовика, разброс плюс 7. Кавалерия, плюс 2 коня в 20-м ходу. Священная корона. Можно сыграть дополнительный ход после использования души. Арсенал, плюс 1 ладья. Дополняет боезапас на 2, когда умирает ладья. Не знаю даже. Мне кажется, из того, что я вижу, гораздо интереснее-то вот это. Угу. Мощь у нас пятерочка. Дальность 4,6. Кучный 64.
Так. И сейчас будут ходить, получается, вот эти персонажи, да? Давай, шах. Ах, какая собака-то, а что ты так быстро-то вышла, моя хорошая? Патроны еще есть. Патроны еще есть. Пешки очень плотно идут. Нам нужно просто куда-то бежать. Вот что я думаю. Сейчас будет ходить одна вот эта вот пешечка. Давай в сторону. Неплохо. Неплохо. Два патрона. Вынес. Леха, молоток! Конь прибывает. Уже 20-й ход? Уже 20-й ход? А что так быстро-то? Угу. Пока ничего страшного не происходит. Надо что-то решать с конем. Патронов нет. Коня нет. Угу. Стал не очень хорошей фигурой. У короля всего два здоровья. Не вижу смысла бегать больше. Просто выносим... Да, да, просто выносим короля и получаем. А-ха-ха! Благословение ворона плюс 2 к дистанции выстрела. Революция минус 1 слон плюс 6 пешек. А, кожаный патронаж плюс 3 к лимиту патронов плюс 3 пешки. Блин, это однозначно вот, вот это, потому что если честно, пешки пугают. Мне бы пулемет какой, ребята! Ага, вот это вылез. Ой, как нехорошо. Я был уверен, что я сейчас вот этих добью. А оказывается, что не очень-то я их добиваю. Так... Я, наверное, пошел убивать короля, потому что короля-то попроще убить. Какая ты собака. Чем эту толпу. Опаньки. Подожди. Подожди. И куда я тогда? Сюда нельзя, сюда не... А куда можно? Угу. Мне кажется, у меня тут не было выхода. Слушай, ну ты же мог королеву стрелять. Ладно, не, у меня не было возможности, потому что мощь-то у меня 5, у королевы шестерка жизни. Да, хочу еще. Блин, какая интересная игруха. Начинаем также с самого первого этажа. Ну, погнали, давай, мой хороший. Аккуратно. Я не ходить хотел, я хотел атаковать. Прекрасная игра. Драгоценность. Плюс 1 к восстановлению патронов, плюс 1 к дистанции выстрела. Плюс есть арсенал. Одна ладья дополняет боезапас на 2, когда умирает ладья. Ритуальный нож. Минус 1 к дистанции выстрела. Король. Минус 3 очков здоровья. Блин. Но это значит, что нужно пробиваться и сразу к королю. А дай попробуем. Дай попробуем. Интересно звучит. То есть у нас как бы меньше всего, да? Плюс 2 ладьи. Угу, не добиваем. Хорош.
Я думаю. А это собака какая? Угу, угу. Хороший был ход, кстати. А в чем причина, почему не могу стрелять? Патронов нету? Все есть, Леша, все есть. Слон прибывает, и слон прибывает. Затягивать тоже не надо. У короля, блин, а у короля всего 5 здоровья. У короля совсем чуть-чуть здоровья. Благословение ворона, плюс 2 к дистанции выстрела, минус 2 пешки, плюс 1 ладья. Да, 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 я думаю, что вот это прям самое то, что нужно. Просто дальность чуть побольше. Я в такой играл. Угу. Ты прям вот сразу так решил? Четверочка. Я еще по королю не попал. Очень неплохо. Слон прибывает! Это неплохо, неплохая тактика, когда ты королю сносишь много здоровья. Можно сыграть дополнительный ход, использование души. Но пока этим мы не балуемся. Блин, а тут нельзя выбрать. Давай первое, пускай будет первое. Хотя, говорю, мы этим не пользовались еще ни разу. Ну, по крайней мере, нету там 30 пешек, это уже хорошо. Блин, а я прям могу долбить нормально, да? А почему? А, ну да, что ты, Леха, удивляешь? Все так, как должно быть. Все нормально. Почему не хватило урона? Почему не хватило урона? 4. Я рискнул! Конец игры. Блин, я бы в такое играл. Пойду, наверное, куплю такую полную версию. Потому что это было, по мне, было более чем хорошо. Задумка простая, но такое интересное. Ребята, рекомендую всем. Меня зовут Алексей, вы на канале Фролов Может Все. И сегодня Фролов смог все в демо-версии игры Shotgun King The Final Checkmate. Если ты досмотрел это видео до этого момента, значит, тебе понравилось. Поставь лайк, напиши комментарий. Я все читаю и на все отвечаю. Заходи к нам в телегу, там всегда есть новости, чат и расписание. А если тебе есть уже 18 лет, заходи к нам на Boosty, потому что там очень много контента с запредельным рейтингом. Есть еще Discord, ну там сам разберешься, все ссылочки есть в описании. Новое видео выйдет совсем скоро. И знай, мне с тобой было хорошо.